Сегодня 4 февраля. Что с погодой происходит? Тут к зиме готовлюсь еще. Дрова заготавливаю. А в это время пчелы начинают летать. Не все, конечно. Но выборочно. Понемножку. Вот видно здесь. И здесь пытаются немножко полетать, так что то ли весна пришла, то ли зима будет еще, кто ее знает. Вот такая она обстановка, такая погода сейчас. О. Помощница пришла. В чем только вот преимущество, что пчелы зимуют на улице. Чуть солнце вышло, и пчелки выходят на облет. Зимовнику лучше, что сухо там всегда, и улей сохраняются. Но там зимовника надо выставлять. Но это где зимы сильные. А у нас такая зима, сейчас вот февраль, и так тепло.